рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции устанавливают семейную пару с детским велосипедом зеленого цвета. 23 мая этого года череповчане в одном из дворов на улице Спортивной Череповца, возможно, стали свидетелями противоправных действий. Просьба этим лицам связаться с сотрудником полиции по телефону, который вы видите на своих экранах. Конфиденциальность гарантируется. Вологодские полицейские провели профилактический рейд по общежитиям. Причиной массовой проверки стали анонимные высказывания граждан в социальных сетях с жалобами на постоянные шумы и крики в ночное время. Полицейские проверили 78 граждан, которые стоят на учете. По результатам профилактических мероприятий правоохранители составили 13 административных материалов. Из них 6 за появление в общественных местах в состоянии опьянения, 3 за уклонение от исполнения административного наказания и 3 за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. В участковый пункт полиции для разбирательства и профилактической работы доставлено 11 человек. Пожар в вентиляционном коробе в одноэтажном кирпичном цехе по производству электрических кабелей произошел в Вологде на улице Саммера, 70. Как рассказали в МЧС, сообщение поступило в 3 часа 53 минуты. Площадь пожара – 1 квадратный метр. Огнем поврежден вентиляционный короб. Возгорание заметил работник предприятия, увидев яркие вспышки внутри вентиляционной трубы, которая расположена у станка, где он работал. Мужчина сразу же отключил вытяжку и вызвал пожарную охрану. Эвакуировано 20 человек. Люди самостоятельно покинули помещение до прибытия пожарных. Причиной происшествия стала неисправность производственного оборудования либо нарушение технологического процесса производства.